Ежегодно в феврале проходит месячник военно-патриотического воспитания. В галерею «Боевой слабы» приходят воспитанники клуба «Подвиг», учащиеся разных школ города Магадана, техникумов и колледжей. В этом году мы проводим этот месячник под эгидой спорта. Дело в том, что Государственный музей спорта, который работает в Москве, передал в дар нашему музею такой набор плакатов, комиксов и книг, рассказывающих о спортсменах, которые совершили в годы Великой Отечественной войны свой подвиг. Эта тема очень вовремя совпала с проведением зимних Олимпийских игр. На месячнике можно узнать о истории возникновения ворошиловских стрелков. Плакаты рассказывают о многих героях, о их истории, подвиге и достижениях. Не все спортсмены вернулись с войны, к сожалению, но вот их пример, их обычные люди, по сути дела, такая же молодежь, как нынешняя. Вот их пример, конечно, очень важно донести до детей. Музейный комплекс в Муниципальном центре культуры рад приветствовать всех желающих на своих экскурсиях. Любовь Голембиевская, Александр Фещенко, Магаданское время.